Ивана Крылова «Комар и пастух». Читает Павел Беседин. Пастух под тенью спал, надеясь на псов. Приметя то, змея из-под кустов ползет к нему, вон высунувши жало, и пастуха на свете бы не стало. Но, жалися над ним, комар, что было сил, сонливца укусил. Проснувшийся пастух змею убил, но прежде комара с просонья так хватил, что бедного его как не бывало. Таких примеров есть немало. Коль слабый сильному, хоть движимый добром, открыть глаза, на правду покуситься, того и жди, что-то же с ним случится. Что с нашим комаром?